Модальный глагол können, können – мочь, уметь, иметь возможность. Этот глагол выражает физическую способность к действию, зависящую от состояния субъекта или его возможностей. Давайте начнем со спряжения глагола в настоящем времени. Модальные глаголы относятся к неправильным глаголам, поэтому нужно запомнить, как они изменяются по лицам. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. У глагола können, как и у всех модальных глаголов, есть особенность в спряжении. В формах ich, er, sie, es настоящего времени у него отсутствуют типичные окончания. Также нужно запомнить изменение корневой гласной в формах единственного числа. Können используется. Kannst du Deutsch? Говоришь ли ты по-немецки? Menschen können nicht fliegen. Люди не умеют летать. Ich kann zur Arbeit mit meinem Auto fahren. Я могу поехать на работу на моей машине. Порядок слов в предложении с können. Niemand kann ohne Sauerstoff leben. Никто не может жить без кислорода. Können Sie Auto fahren? Вы умеете водить машину? Was kann ich für Sie tun? Что я могу для вас сделать?